Наше второе видео – это как отследить, сколько человек смотрит наш URL. Вам же это интересно, конечно, узнать, кто переходит по моей ссылке, сколько раз на нее нажали. Вообще, есть там какое-то движение, или ее никто нигде не видит, и пора менять трафик, менять сорсы, потому что здесь ничего не происходит. Вы хотите знать. Для этого у нас есть трекер, который отслеживает, что происходит с вашей реферальной ссылкой. Пишем здесь название вашей ссылки, что вы хотите. Сюда я вставляю простую страницу захвата от TTO, Total Takeover. И я нажимаю кнопку Add URL. Все, она тут же меняется и становится вот такой. Теперь это моя ссылка на Total Takeover. Я на нее нажимаю. И она мне показывает мою страницу захвата Total Takeover. Так, если мне интересно знать, сколько людей на нее перешло сегодня, данного числа, времени, я нажимаю Show Stats, покажите статистику, и мне покажут, что сегодня один человек был на этой ссылке, то есть я 3 секунды назад. Вот эта ссылка, которую можно теперь вместо вот этой использовать в любом месте. Вот даже если я копирую, и допустим, я не участник All-in-One Profits. Давайте сделаем так. Я открыл вот Google, где я не вхожу в тот All-in-One Profits вообще. Вот я другой человек, у меня другой браузер. Я не участник All-in-One Profits. Я нажал, и я все равно попадаю туда, куда надо. То есть неважно, вы там или нет, эта ссылка для вас переделана. И уже сейчас я пойду посмотрю статс, и здесь уже будет 2 клика. Если вот я сейчас обновлю страницу, здесь покажет, что было 2 перехода. Вот, видите? Сегодня. То есть вы уже понимаете, что вы ведете трафик туда, куда надо. Поехали.